Зачем ты это сделал? Потому что я не согласен с итогами выборов. Был ли ты в нетрезвом состоянии, когда это делал? Был выпив. 4 верасня жыхар Пружан, які прыязджаў у абласны цэнтр па асабістых справах, сарваў і кінуў на зямлю дзяржаўны сцяг, замацаваны каля ўваходу ў гасцініцу па вуліцы Камсамольскай. Приговором суда Ленинского района города Бреста признан виновным в надругательстве над государственным флагом Республики Беларусь, и ему назначено наказание на основании статьи 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь в виде ограничения свободы сроком на 1 год с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Следует отметить, что это максимальное наказание, предусмотренное статьей 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Зараз злачынствы супраць грамадской бяспекі на асаблівым контроле прокуратуры. В настоящее время следственными подразделениями проводятся процессуальные и иные действия, направленные на окончание производства по уголовному делу, возбуженным по факту организации действий, повлекших нарушение работы транспорта в городе Бресте 10 августа текущего года, привлечению лиц в качестве обвиняемых. Также осуществляется предварительное расследование по ряду уголовных дел, связанных с насилием, угрозой применения насилия в отношении сотрудников милиции. Установлена причастность группы лиц, которые своими умышленными действиями привели в непригодное для эксплуатации состояние средств железнодорожного транспорта, а также иных объектов. По факту совершенных хулиганских действий, связанных с повреждением имущества административных зданий, а также отличающихся по своему исключительным цинизмам, задержаны и установлены подозреваемые лица, с которыми следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на окончание производства по уголовному делу и даче окончательной юридической оценки их действий. Як ставяцца да пратэстных акцый жыхары Брэста, наша здымачная група пацікавілася на вуліцах горада. Маладзёжы даходзіць, они нічого государства яшчэ не внеслі, даже ні капейкі не ўлажылі, а они требуюць уже неізвестна чаго. Я отрицательна к этому отношусь. Я люблю сваю Беларусь, люблю свабоду, мір і працвітанне, а насчёт этих пратэстуючых я против.